Короче, ребята, я исправил немножко вот с этими шумами. Если вы их раньше слышали, сейчас их слышно очень низко, их почти не слышно. Из-за этого просто посмотрите ролик. Если зайдут такие вот ролики без шумов, то поставьте лайк. Спасибо. Йоу, с вами Рамзес. Это игрушка под названием Poet the Kist. Сегодня мы с вами поиграем в нее, опять-таки. Суббота, суббота. Прошли мы в прошлый раз Первый Всемирный банк. Я немножко как-то еще позаписывал. Горячую улицу я пытался уже пройти на тяжелый. Это ни хрена невозможно без каких-то вот навыков. И как бы придется мне немножко разыграться. Так что идем сегодня на комнату страха, а горячую улицу как-нибудь потом мы ее напоследок оставим. Мы просто пропустим зеленый мост. Я думаю, пропускать не будем. А вот комната страха — это очень вообще хорошая миссия. Мне она очень нравится. Моя. Ну, нельзя сказать то, что прям вот моя любимая миссия, но она как бы есть. Из. Самая любимая — это, наверное. Ну, какая вот самая любимая? Нет, милосердия, наверное. Ее тоже под конец там уже будем проходить. Берем в эту миссию B9S. АК возьмем. Марк 11 или дробовик. Локомотив или. Марк 11, пускай, потому что в АК очень мало патрон. Турель, мина. Вот тут здесь вот я сумку с патронами беру. И, наверное, крепкое тело. Вот, все. Можем начинать. Я, короче, немножко со звуком поигрался. Достал свой микрофон. Петличку, и все время теперь буду с ней. Так что, если какие-то тряски, это из-за нее. Ну, из-за меня тоже. Сейчас нам откроется вход. Войти черный вход. Кстати, вот прикольно, да, сделали? Типа вот с той стороны вот так вот проходишь, тут заходишь, тут тебя смотрят. И такой через черный вход, такой типа. Пацаны сидят. О, какая у меня маска. Как стану вообще повезло. Открывай, Новый год пришел. Сделку мне сейчас. Комнату совершения сделки. Давай, открывай. Постучал на по волшебству, открылось. Ложим сумку. Встаем в угол. Лучше идти вот за этим синим чуваком, его сразу изничтожить, наверное. Я пытался что-то перевести, а что-то не совсем понял, о чем он сказал. Хорошо, пора начинать. Так, пацаны, пошли, пошли, пошли. Воу-в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 оу. Вот этот скример сейчас был. Ни хрена тебя грохнули. В рот этот. Ладно, 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 все, я забью, я не буду даже обсмеивать этот баг. Баг как баг, баг. Где этот синой куртки-то этот? Мудила. Так, наша задача еще сейчас. А, в красную комнату. У него, кстати, она, по-моему. Я называю. А, да, у меня. А, карточка у такого не-не-не-не-не-не. Не дебила, у, по-моему, у. Как его зовут-то, я забыл. Красная комната, дверь вот эта вот красная. Надо найти этого. Чейвиза. Чейвиз. Он где-то вечно. Ты тварь, а. Он вообще прячется. Ну, я не скажу то, что прям сильно. Но тут на время его сложно будет найти. Он в разных. Вот он. Мне почему-то казалось то, что он черный. Так, ставим сейчас, короче, дрели. Открываем двери, ставим дрели. Полиция приедет скоро. О, 41 уровень. Ай, блин, я забыл то, что тут засада сидит. В смысле, а ты что, обоссался или что? Неожиданный. Как? Как я не знаю кто. Его нужно спилить. Это очень странная миссия. В реале это, мне кажется, вообще прокрутить. Ну, вот сделать это, в принципе, в реальности вообще невозможно. То, что нас бы грохнули очень быстро. А так-то, в принципе,
сейф так стырить, это вообще нереально, я так думаю. Но это мое личное мнение. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. Вы любите заниматься ерундой, людей поправлять. Так, все. Будем сидеть на третьем этаже. На третьем этаже будет топ. А, не, лучше вот тут, смотрите. Сейчас они, когда полиция дверь откроют, их отсюда можно будет убирать. Давайте посмотрим на маски наши. Как станут? Ты мне нравишься вообще. Картинка смешная, ситуация страшная. А где Чейнс? Ты дурак или что, куда побежал? Да, мать твою, куда ты побежал? Ноги самого несут. Так, все, сейчас открывать будут двери. Пока что все сверлится. Все сверлится. Миссия очень интересная, кстати. Я в ней долго, много вообще проседал. Она интересная. Тут можно подстреливаться, покачать скиллы. Можно садиться где-то вот тут. Да ладно, уйди из-под тудова. Вы не оставите мне никого. Короче, надо взять какую-нибудь комнату, например, на... На третьем нет нормальных комнат. Нет, на четвертом посмотрим. Одна уже встала. Одна дрель уже встала. Они, в принципе, недолго, я скажу вам, сверлили. Минут 6 от силы, если поправлять правильно. Так, блин, еще одну встал. Штурм пошел. Так вот, я что говорю-то? Вот смотрите, кокс тут, кокс получается. Вот он. А вот деньги, и это самая замечательная миссия. На четвертом этаже, на четвертом этаже. Нет, на четвертом тоже хрень. На втором может. Так, на втором тут ни хрена интересно. Лёг! Лёг, я сказал! Вот тут я сел. Ой, блин, я думал, полиция. О, замечательно, все, вот такая вот. Вот тут вот. Тема в том, то, что если... Это, ну, мой лайфхак, это чисто мой. Ставим здесь сумку, все. Если зажмут и останется всего двое-трое, то можно самому сесть в ванную. Вон отстреливаться, например, будет. Двое там, один. Двое-трое останется. Один, ну, если говорить про ботов, если там два или один бот всего останется, то можно сесть и заставить его отстреливаться, если он будет ложиться, его быстренько поднимать. Это мой лайфхак. Я им пользуюсь, это мои читы, это мои эти. Еще один решил головой в пол расти. Ты что, бессмертный или еще? Обойму на дебилов впустил. Так. Вот это. Тут, в принципе, я уже достаточно везде получше. Смоук дали опять. А куда... Вы что, дебилы дали смоук туда, куда... Не надо, в принципе. Давайте смоук. Это же самый абсурд абсурда. Одни у меня могут попасть через смоук, я в них не могу. Это вот... Ой, наверху теперь встали. Вот тут смоук. Вы что, алё, делаете-то? О, вы откуда вы? По окнам, что ли, спустились? Я не понял вот эту ситуацию сейчас. Погоди, я зайду. В смысле? Сверху. Блин, отовсюду пуляют, это меня напрягает. У меня пердак сейчас сгорит из-за вот этого пид... Надо быть толерантнее. Ну, все, почти. Потом остается взорвать это все. На вертолете это вытащить, самим свалить. Ну, это так, это... Это всегда все в планах легко и просто. А так это ни хрена, это все куда сложнее почему-то. Вот оно идет, меня бесит эта ситуация. Ой, спасибо. Можно, в принципе, было вот здесь тоже поставить, но когда они заходят, они могут и в тебя попасть. Рум, чё ты сказал, тач? Одна сделана. Снизу, по-моему, тоже сделано. Я вот не хочу спускаться, смотри, сделано. Но сделано не однако. Замолчи! Все. Все сделано, все.
Теперь на крышу надо лезть. Ждем взрывчаточку. Лёг. Вот ты, блин. Смотри, я с тобой, как ты на пистолете. Выход. Все, ждем, короче. Опа, сраться вас тут. Мать твою. Тизер, тайзер, тузур. Да. Бежать надо. Без пацанов я там не выйду. Там тайзер, тизер. Как его правильно называют? Я все время путаю почему-то. Тизер и тайзер. Тайзер пускай будет. Тизерит. Вот снайперы, это вот это вообще проблема. А ты вон, тварь. Ни в какой не могу в него попасть, а. Я тебя убью. Я убью тебя, поверь мне. Это твою мать-то. Где тут прятаться нереально вообще? Где еще один? По людям тут расшмалялись. Надеюсь, яйца тебе отстрелил. Ушлепок. Че, взрывчатка так и не приехала? Алло, где? Тен. А, 2 минуты еще, 2 минуты. Ой, 10 минут, Тен. 10 секунд, может? Мне 10 минут, неохота здесь сидеть. А, типа 10 секунд до начала штурма. Понял. Я вообще редко слушаю, вот, что на английском говорят. Я понимаю, в принципе, вот, ну, не все понимаю, но что-то я понимаю. Парни на крышу, нужно избавиться от снайперов. Я не успел дочь. Он снайпера, он там. Вон они, не тварь. Все какие есть снайпера, власть сразу. Все летит к нам. Это самая интересная задача в этой миссии, установить это. Где он ее скинет, интересно? Где? А. Как он быстро ее скинул, даже не заметил. Короче, это самое вообще прям приятное, мне нравится эта часть. Потому что... Ой, надо сначала на крыше тогда поставить. Потому что тут надо устанавливать сишку. Это прям мне нравится. Вот 9 зарядов. И вот ты как бы ходишь, а когда это все взрывается, ты такой понимаешь, а это я сделал. Я типа гордишься собой. Где еще одна? О, тайзер. Тизер. Серьезно, может кто разбирается, напишет. Я просто серьезно не понимаю, как его зовут. Тизер, тайзер. Тайзер, тизер, тузер. Тумблер. Это очень плохое слово, не вздумайте за мной его повторять. Я тоже, не подумав, сказал. Зачем на YouTube это говорить? Не знаю. На четвертом этаже. Ну алло, где еще-то один? А, он на полу. Кто-то же это просчитывал. Нам надо сейчас подняться, забрать еще. На 5-м этаже мы установили. Подняться, забрать еще. Можно через стену как-нибудь? Нет, нельзя. Опа, полетел вниз. Ай, твою мать! Снайпер где-то. Пускай снайпери. Сам себе. Хопа! Ё, блин, спецназ, а вы говно. Особенно ты. Где ты, тварь? Май гад! Твой бог! Что твой бог? В смысле, вот сейчас я не понял ситуации. Даллас. Нахрена ты лезешь к ним? Лёг! Ой, прессуют. Как хорошо прессуют, что обосраться можно, клянусь вам. Так, точка сбора у нас где? А, надо же... Твою мать! Да мать твою, убейте его кто-нибудь! Тайзер! Тайзер, все запомнить надо просто. Пошлите. Надо спуститься. Пониже, чтобы нас взрыв не зацепил, лег.
Все еще сигнализация пожарная. Опа. На самом деле миссия не такая долгая. Ощущение на, ну, не на то, что такая она долгая. Это... Вот твою мать, тут еще снайпера где-нибудь сидят. Не-не-не. Где мои напарники? Я не знаю, зачем схватил именно это. Где наш Алекс? Наш Алекс свалил. Нас бросил. Где он? Чё он так долго, блин? Наверное, на гражданский пернер. У нас... А, этого же у нас заложил. О, обосрался я сейчас. Славянский язык. Обосрался за Русь-то, за нашу русскую. Вон он, тварь, сидит. Ничего, он, тварь. Кого вы... Вы что, дураки, по мне только по одному стрелять? Так бесит боты в этой игре, это конченые копы просто. Если я вылез, только по мне попадают. В моих ботов они не стреляют. Чувствуют угрозу так или что? Мужским дезодорантом от меня тут воняет. Я просто потею здесь так и так, они еще на меня стреляют. Твари. Так, он летит забирать паркурист херов. Где он, Клэр? Как будет? Знаете, серия будет называться вот Cool Payday. Эти серии по Payday, я думаю, называть будут чисто по-английски, потому что, ну, мне нравится так. Нет ничего русского, чтобы подходило к этой игре. Он летает мимо, чтобы меня достать или что, я не понимаю. Вон, видите, как они по мне точно стреляют. Миссия не такая плотная, так скажу. Но относительно плотная, я так скажу. Вот, вот лучше так, чем врать вам в лицо, мои подписчики. Качать игрушку она идет на, даже на слабый ПК, вот серьезно. Вот у меня что вообще по на видео? Вот, вот такие вот. У меня тянет с 50 FPS. Это из-за того... Ну, вообще так тянет где-то 60 точно. Так тянет под 50. Ну, 45-50. А из-за того, что я записываю, еще проседает FPS, компьютерная дружба. Выше я поднимать не хочу, это во-первых. Ну, вот так мне нравится графика. Вот такая вот все мне... Большего не надо. Можно, конечно, а, там попонтоваться, на экстра поднять, чтобы там было 25-30 FPS. Ну, а зачем? Чё, сумочка блестящая, а? Шли бы вы все на художника учиться, как у нас говорят в школе. Учителям. Тварин там сидит, вот это месиво, вот знаете. То чувство, когда у тебя всего 21, 41. 21 вообще в автоматах патронов. И 21 в пендале. Он там он сидит, не напрягает, сидит там снайпер. Сейчас штурм закончится и будет веселее. Ну хорошо, нас прессуют на крыше, мне не нравится. Давай садись уже, забери ты этот конченый сейф. О, пошел. А, это не к нам? Ты все-таки... А, я думал, они, может, как-то по-другому план решили изменить. Нет. Забери нас, а, пожалуйста. Мне уже плохо здесь.
Чтобы вам показать. А, магнит же надо присоединить, я забыл совсем. Идем за мной. На четвертом этаже надо магнит присоединить. Ой, обосрал меня Даус. Он, кстати, очень долго почему-то присоединяется, как стирать камень с камер. Как стирать с камер видеонаблюдения в банке. Вот то же самое. Только тут уже присоединяется. Хочу вам показать сверху, как это все происходит. Отойди. Блин, ладно, неудобно, убил. Ты не стоишь того. Как он сейчас его будет вытаскивать. Просто вам показать, что. Тут все сидят, пригнувшись. Что ты там? О, нихрена он паркур. Прям как хованский батя в здании. На здании. Ну и чё там? О, это откуда вы? Это как? Меня что-то с двух сторон, что ли, снайпер прикурил? Ни хрена себе. Туфли гнутся. Нормально так. О, все. Чё с окнами? Чё вы орёте? Оу, Windows. Что с окнами не так? А нас что бросил? А, он вернется. А, надо же по подвалу спуститься, забыл совсем. У нас сейчас есть время. О, ход лава. Не надо. Блин, не успел прочитать, твари. Я тут старательно читаю, не мешаю. Ну, уходим, нет, у нас всего 3 минуты. 4, хотел уже сказать. Ой, мать твою. Ниже их не должно быть. Мне уровень дали, подняли хпшку, мне подняли. Ой, тварь, если положит, меня сейчас было бы вот неприятно. О-о-о-о-о-о-о. Подвал у нас вот тут. Тихо. Не стрелять. Убью нахрен все. И чё это было сейчас, Даллас? Ты второй раз попадаешься на одни и те же грабли. Чё, дурак или чё совсем? Вроде бы нет, а вот похож. Но я его спасать не буду, может его кто-нибудь из своих спасет, а мне вот это вообще не надо. Просирать миссию в конце. 43 уровень сразу, кстати, дали. Всем спасибо за просмотр. Заходите в группу ВК. Чекайте там что-нибудь пока что. Я просто ее пока не веду, мне не до этого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за то, что типа я молодец, я прошел на сложности сложно. И жмите на колокольчик. Ну, это чтобы оповещания для ролика. От ролика приходили. От Ютуба, если быть точным. Это количество трупов. Убийство в голову. Точность выстрелов. Я вот вообще ни хрена не могу. У меня 3 падения. Ну ладно, в принципе. Все, всем пока.